Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Недавно в Инстаграме увидела вот такую интерьерную корзинку. Конечно же, не смогла пройти мимо. Решила связать себе вот такое украшение в комнату. И, как всегда, вспомнила о вас, записала для вас видео. Итак, маленькая корзинка связана у меня из шнурочной пряжи. Вот такая пряжа у меня завалялась. Не знаю, где ее взять, потому что там, где я ее брала, ее уже нет. А вторую корзинку мы с вами сейчас вместе свяжем из трикотажной пряжи бисквит. И давайте не будем затягивать, скорее перейдем к вязанию. Вязать я сегодня буду из пряжи бисквит. Это трикотажная пряжа очень хорошего качества. Посмотрите только по намотке бобины, уже все понятно, да, как качественно смотана ниточка. Сама ниточка очень хорошего качества, и посмотрите, она сворачивается лицевой стороной наружу, то есть изнанка получается внутри вот этого шнурочка, и от этого, конечно, внешний вид изделия получается более качественным. Я ее беру только в одном месте, это магазин Пряжа Центр, и вы можете перейти по ссылочке под видео и посмотреть, какой ассортимент у этого сайта. Одной только пряжи бисквит представлено 135 оттенков, представляете? Там есть и однотонные оттенки, и оттеночки с различными узорами. Также есть полиэфирные шнуры, новые недавно появились. Очень много кожаной, металлической и деревянной фурнитуры, используя которую можно придумывать невероятно интересные аксессуары. Для вязания буду использовать крючок номер 7 или 7 миллиметров. Ниточку я возьму из центра клубочка. Так, смотрите, начинаем вязать. Делаем петлю амигуруми. Достаем через нее ниточку и провязываем петлю подъема. Теперь в эту петлю нужно связать 8 столбиков без накида. Считаем 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Теперь смотрите, беремся за вот этот хвостик и затягиваем, получаем вот такой кружочек. Теперь смотрите внимательно, ниточку мы укладываем по краю для того, чтобы она у нас с вами сейчас спряталась, и в первую вот в эту косичку мы делаем соединительную петлю и петлю подъема, вот так. Теперь в каждую из вот этих вот косичек нужно провязать в следующем ряду по 2 столбика без накида. Это первый, вот это второй. То есть у нас в этом ряду должно получиться 16 столбиков. Все, давайте вяжем до конца самостоятельно. Смотрите, хвостик почти спрятался. Нигде его ни с какой стороны не видно. Я продолжаю вязать, и сейчас он у меня исчезнет внутри под столбиками. Итак, второй ряд провязан. Нужно соединить вязание, то есть заходим снова в первую из косичек и соединяем вот такой вот соединительной петлей. Дальше вяжем петлю подъема. В третьем ряду мы вяжем 2 столбика в одну петлю
и в следующую петлю один столбик. Снова вот в эту петлю 2 столбика. В одно и то же место мы заходим, да? И вот в эту один столбик. Продолжаем так чередовать до конца ряда. 2, 1, 2, 1. В конце ряда мы точно так же провязали соединительный столбик и воздушную петлю. В четвертом ряду мы провязываем прибавку, то есть 2 столбика в одну петлю. И 2 столбика без накида. Затем снова 2 столбика в одну петлю и 2 столбика по одному. И так чередуем до конца ряда. В конце соединительный столбик и петля подъема. Закончили четвертый ряд, вяжем пятый. В пятом ряду у нас прибавка идет. И 3 столбика по одному. Затем снова прибавка из 2 столбиков и 3 столбика по одному. Вяжем так до конца ряда. Дальше 6, 7 и 8 ряды мы вяжем все столбики по одному в каждую петлю. То есть прибавок больше мы делать не будем. Все, вяжем 3 ряда. Итак, провязано 8 рядов, и за счет того, что в последних 3 рядах мы не делали прибавки, получилось вот такое вот закругление. Но только посмотрите, какая милая получается уже вазочка. Я, пожалуй, вторую вот такую свяжу. Смотрите, какая прикольная. Вот здесь вот осталось пройти ряд соединительными столбиками, и это будет законченное изделие. Мне очень нравится. Я свяжу такую себе обязательно. Итак, продолжаем вязать дальше. 9 ряд. В этом ряду мы с вами будем провязывать не за обе петли косички, как обычно, а за одну вот ту дальнюю. Так, поехали. Нам нужно сделать одну убавку и провязать 3 столбика. Что я делаю? Захожу крючком за заднюю дольку, вытаскиваю одну петельку. В следующую петлю захожу. То есть я вам показываю, как делается убавка. Видите, на крючке 3 петли. И эти 3 петли мы провязываем вместе. То есть получилось, из 2 петель мы вывязали одну петлю. Дальше идут простые 3 столбика. Снова делаем убавку, показываю второй раз специально. Вытащили одну петлю, из следующей петли вытащили вторую и провязали все 3 петли с крючка вместе. Все так чередуем. Убавка, 3 столбика, убавка, 3 столбика до конца ряда. Или вот такую вот вазочку связать. Посмотрите, как оригинально это смотрится. За счет того, что мы провязывали за заднюю стенку, у нас вот здесь вот получился вот такой кантик. Петли убавляются, и корзинка становится все уже и уже. Десятый ряд мы вяжем убавку и 2 столбика, только сейчас мы заводим крючок под обе дольки косички. А так убавка делается точно так же. И 2 столбика. Вот. Все продолжаем до конца ряда. Так, следующий, кажется, 11 ряд, если я не ошибаюсь. Вяжем
убавку. И один столбик чередуем. Все, до конца ряда. Вот что у нас уже получается. И сейчас два ряда, 12 и 13, мы вяжем без убавок. Просто в каждую петлю провязываем один столбик без накида. Итак, я провязала эти два ряда и потом решила, что мне хочется ее повыше сделать. Еще третий ряд провязала без убавок. И теперь, смотрите, последний ряд, как мы будем делать. То есть я не сделала здесь соединение ряда, так? Так же, как мы вязали, я захожу в первую петлю, вытаскиваю оттуда петельку и протягиваю. То есть точно так же, да, соединительный такой столбик. Но здесь мы не провязываем воздушную петлю, а продолжаем вязать дальше. В следующий столбик точно так же. И вот такими соединительными петлями мы обвязываем край горловинки вазочки. И горловинка у нас получается вот такая вот завершенная. Довязываем до конца, я покажу, как сделать здесь соединение и спрятать ниточку. Итак, мы дошли до конца ряда, обрезаем ниточку и я вытягиваю петлю. Вот видите, она у меня выходит из последней петельки. Дальше я ее вот здесь вот, вот видите, петля пошла дальше. Протягиваю эту ниточку крючком за эту петлю и завожу обратно в это же место, откуда у меня выходила ниточка. Вот, посмотрите. Видите, мы сделали такое соединение, где совершенно не видно, что у нас здесь закончилась нить. Теперь мы ниточку проденем подальше в петельки, спрячем ее, и если останется лишнее, мы просто это обрежем. Вот так. Ой, посмотрите, какая получилась прелесть. Вот у меня даже цветочки здесь есть. Ну вот, посмотрите, какая красота получилась. Смотрите, у меня еще есть вот такие бамбуковые спицы, как они хорошо смотрятся в этой вазочке. Ну что ж, мастер-класс подошел к концу. Здесь у меня лежат крючки, здесь у меня спицы. Вот, вот такие вот вазочки у меня получились из трикотажной пряжи и из шнурковой пряжи. Я надеюсь, описание вам было понятно и вы без труда свяжете для себя вот такую вот красивую вещицу в интерьер. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео в своих соцсетях. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!